в чьи руки чемпион отправится? Пока это неизвестно. Может быть, это Mind Game? Ну, это флекс явно. И Мисс Фортуна. Чем будет отвечать ботлейн, кроме Блицкранка? Ну, вообще, Мисс Фортуна не самый... Не самый мобильный герой против Блицкранка. От Куклы. Сложно. И команда... Ну и Зикс. Слэйра играла. Зикс берется на среднюю линию. Для Номанза, да. Будет закидывать гранатами. В последний раз условия Бориса угрозы по отношению к Вайлет Ферри были следующие. А, разрешу тебе поиграть на Катарине, но трансферишь аккаунт на Вест. И? Условия, я так понимаю, приняты. Да. Окей. Нет, тогда было. Ага. Это уже новый раз за Катарин. Да, это мизация очень странная. Устройственным союзом и танцем смерти. Я все-таки, наверное, рассчитываю на какую-то АП-этомизацию по старинке. Там релай, мучение Леандри и понеслась. И понеслась. Со стражем, естественно. Хотя, тут что выберет сам гаджет. Вообще, страж по стандарту. Два Таргона. Да, два Таргона. Будут нас или нет, Дмитрий? Ну, вообще Кайзером Вега Сквадрон против Вивики с Еспортс. О, подцепили здесь Мирау. Ловит Мирау, это выпустят. Минус Мирау. Побежал сюда Люцен, и за ним сразу Джарван. Вот сейчас, кстати, Интегрейшн немного дает боссу информацию о том, что... Да, своими движениями. О том, что здесь находится Мирау. И очень зря, надо было входить и бейтить. Босс уже без своего зелья. Без своего зелья, но Интегрейшн сейчас как минимум два тика должна выпить, потому что прекрасный трейд от босса был. Ой, Вайлет Ферри хорошо подожжит, но на втором уровне всего, а Номанс... Ну там еще пачка крипов огромная, у Номанса по Вайлет Ферри играет, поэтому трейдинг игру. Тачанку надо зафармить перед смертью, Интегрейшн не успел ее добить, и в итоге Ананасик, конечно, с красным усилением. Ну пытается катить Интегрейшн, но да, тут, здесь тут без шансов. Там босс и не подставлялся, дождался на боте момент. Триана погибла. Скачок прожимает, исцеление не прожимает. Интересный момент. Пачка огромная теряется. О, кстати, со сносом Номанса. Да, 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 да. Это прикольный момент. Кстати, прыгает вперед Вайлет Ферри. Я хотел сказать, знаешь, что прыгает. То же самое. И опять дайв. Ну что это происходит? Как это играть? Дайвит Интегрейшн, Ананасик спокойно справляется. Хороший, кстати, пилар был от него и Фристака, точнее. Ой, Вайлет Ферри пытается по новому поиграть. Камбу. Ой, Мирау заплешила камбу со скачком, но Вайлет Ферри пытается по новому заиграть с воспламенением. Не удалось. Ананасик рядом. Есть скачок у Катарины. Хороший пилар. Только рывок произошел. Снос работает на нижней линии тоже. Падает вторая пластина. Нужно быть поаккуратнее. Хук прекрасный от Сантоса идет по Триане. И еще одно убийство Вега зарабатывает. Подходит Мирау. По-моему, там... даже без третьего удара. Да, и там добил Блицкранк. А вот гаджет, кстати, сейчас Ананасик может... жестко топ давит. Но Страндлов с таким, да, лучше не драться. Там молот Кулфилда есть. Там дэмэджа нереальное количество этого тролля. Со сносом по вышкам работаю. И на боте, и на топе. Да, вообще все со сносом, да, так понимаю, играют? Да. Инстанта просто погибает. Триггерит? Ну да, нужно быть поаккуратнее, то есть смотри. Да. На 8-й-то минуте счет 8-0. Запушивает дальше Номанс. Подходит Триана, подходит Триггерет. Скачка нет, но пушка мимо. Хороший взрыв-пакет от себя Номанс закинул. Такой мини-скачок для него. Да, залетает. В одного только попадает, кстати. Да, Ананасик подходит еще рядом. Со скачка босс прекрасный. Двоих станет босс. И надо агро, надо агро снять. И снимает агро, и босс погибает. Но это минус 3, это минус 3. Босс пожертвовал собой. Хороший пилар, Мирау заставил. Пилар просто заставил застрять. Мирау танкует, который забрал гаджет своим ультимейтом. 12-1 заходит на Т3. Bullet Time неплохой по Ананасику, кстати, но поздняя комба, однако забирают Ананасика. И гаджет со скачком, но он пока выходить не хочет, по интегрейшн хочет поиграть со скачка. Не взорвет ее там, не взорвет. ХП достаточно количество осталось. Номанс. Да, Вайлет Ферри его дочизила. И там гаджет. Шабичают ребята из Веги, Дмитрий. Там еще гаджет сейчас умрет. Его не должны отпускать. Подходит Триана. И гаджет тоже не уходит. И гаджет погибает еще. Размен 3-0. Да, уже пришлось немножко подшаг делать для того, чтобы закинуть пилар. Он, кстати, прослакал тоже на Насик. Видишь, он пилар поздний. Он уже под конец стиков поставил.
Поэтому вся пачка за вейв клир. Вот это ребята почему-то не прочитали. Эскадрон там должен был либо Блицкран где-то с хуком стоять, чтобы МФ-ки быстро тульту сбить, либо Трандл должен был кинуть пилар. Ну, так с Герольдом, конечно, на мид можно будет прям хорошо заехать. Как Печкин, знаешь, говорил, почтальон, что я злой почему был, у меня велосипед не было. Да. Сейчас есть, поэтому я добрый. Ну, здесь то же самое, с Герольдом. Без Герольда это сложновато будет зайти, хотя подтавливает. Вообще достаточно простовато, учитывая, что там Зикс взрывает. Да, там и снос прокнул сверху, еще взрыв-пакет заехал от Зикса. И в итоге вышка упала. Но Герольда, я так понимаю, на вторую сторону не хотят оставить, правильно? О, слушай, играется Антас, неплохо. Триана пытается выйти, булетаем, всего два тика прошло. Это минус триггерит, погибает триггерит. Номан сультит, можно Пимирау доиграть. Доигрывает, это минус 4. И здесь с Герольдом можно уже и заканчивать. Герольд у нас танцует нечасто, но это, возможно, будет та игра, где его танцы будут прям максимально обниматься. Это правда. И появляется интегрейшн. Триана тоже будет потихоньку эту вышку дефить, но ультимейта у Мистантона уже нету. Интегрейшн погибает. Нет! Герольд! Нет, пожалуйста! Нет! Герольд погибает, Дмитрий. Нет ничего прекраснее, чем танцующий Герольд при победе. Забирают Ананасика, забирают Гаджета, забирают Сантоса, но игра вот таким вот образом заканчивается. Дмитрий, я даже забыл посмотреть, сколько она длилась. 13 минут? Примерно 13 минут. А есть вообще в истории киберспорта такая быстрая игра? Ну, это статья, вон там нужно посмотреть, которую писал аналитик команды Гамбит по самым быстрым играм вообще за, я так понимаю, за всю ту ли историю. И там все тайминги есть. И он еще потом игру EPG против Evictus тоже там сравнивал, там говорил, что какое-то место. Ну, в общем, да. Те, кого интересуют такие аспекты, зайдите в паблик. Каналитику Гамбит. Там все есть. Там все есть. Вегас Квадрон, конечно, за трайхардил. Знаешь, вот, ну, я не знаю. Интегрейшн пришла на топ, и просто там сидит лесник. Ну, как это играть? Или как это играть? Лесник all time на топе сидит.